В столице Мексики объявили чрезвычайную экологическую ситуацию. Всему виной лесные пожары, которые бушуют недалеко от Мехико. Ситуацию осложняет засушливая погода. Если станет хуже, мы примем дополнительные меры, чтобы загрязнение не усугубилось. В основном виноваты пожары. Концентрация в воздухе мелких взвешенных частиц PM2,5 превысила 158 микрограммов на кубический метр, при том, что ВОЗ считает безопасным показатель до 25. Воздух действительно очень плотный, сушит глаза. У меня аллергия, мне стало хуже. Глаза красные, дышать тяжело. Мехико – один из самых густонаселенных мегаполисов мира. Пожилым, детям и больным рекомендовано не выходить из дома. Остальных просят избегать длительного пребывания на улице и плотно закрывать окна и двери. Меры по защите экологии неэффективны. Нужно что-то другое, потому что загрязнение очень сильное. Когда-то Мехико был печально известен своим очень грязным воздухом, однако в конце 90-х годов экологическая обстановка здесь стала значительно лучше. В последние годы снова появились признаки ухудшения. Власти просят жителей компании внести свой вклад, например, поменьше пользоваться автомобилями.